Казань стала одним из самых успешных городов России, я думаю, что Европы. Все увидели, что это настоящий европейский город и имеет все шансы стать одним из самых успешных городов в мире. Так что мир увидел Казань. Я не сомневаюсь, что это привлечет сюда в регион дополнительные инвестиции, хотя и все последние годы инвестиционная деятельность в Татарстане была одной из самых активных и успешных. Будет ли Казань претендовать на проведение других крупных событий, мероприятий? Ну, во-первых, уже Казань является одной из столиц проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Это очень серьезное событие, к которому также придется очень серьезно готовиться. Я думаю, что опыт руководителей, которые здесь все организовали, будет бесценен для других наших регионов. Может, придется кого-то отправить руководить где-то еще, не знаю, поменять губернатора Краснодарского края на президента Татарстана. Ну, это шутка, конечно, но тем не менее, я думаю, что опыт, который здесь получен всеми, и организаторами, и бизнесом, и строителями, и волонтерами, будет применяться при организации других крупных событий в других регионах страны.